заявление также говорит о реальности сегодняшних событий в контексте украинских событий. Естественно, интересы здесь Запада, они не прикрытые, они активно будут проводиться, эти интересы, значит, в Закавказском регионе. Это звено в цепи общей глобальной позиции, вот как министр иностранных дел Лавров назвал потом цель Запада – это стратегическое поражение России. В этом ключе можно и рассматривать вот именно препятствие диалогу, чтобы оно было в интересах Запада, то есть противопоставление ряда позиций на Южном Кавказе вот против России.